Ну вот сегодня стало. Суд назначен на 23-й. Улица Каланчевская, дом 11. Очень важно. Вот, по нашим данным, и теперь уже непонятно, с чем они будут. Информацию. Теперь дело закрыто уже. Границу Российской Федерации. Николая Николаевича из-под домашнего ареста. Вечно по сфабрикованному делу для что устроило. Поэтому и да, все направлено на то, что политическая арена зачем. Тех, кого мы видим вот на федеральных только люди пишут, что ни за одного бы из них мы отвлеклись вот от да. Уважаемый соратник. На моего сына Николая Платона и поддержать моего сына, а не заставить.